Жизнь Маргариты Кульян, в прошлом преподавателя английского языка, кардинально изменилась несколько лет назад, когда в результате врачебной ошибки она стала инвалидом и теперь почти все время вынуждена проводить в лежачем положении. Когда случилась трагедия, она не замкнулась в себе, начала помогать бездомным животным, а после и их рисовать. Одну из ее первых картин купила зоозащитница и увезла в Италию. Теперь в коллекции десятки работ с изображением животных, в основном кошки и собаки. А еще Маргарит любит рисовать людей – с непростой судьбой. На этой выставке у меня как-то идет Тибет, у меня идет Африка. Меня притягивает, может быть, красота, но еще и очень волнует то, что там идут вот какие-то в каких-то странах идут войны, страдают дети. Мне, как женщине, как педагогу, эта тема именно близка, она меня тревожит. Рисует свои картины Маргарит лежа. У нее нет специального художественного образования, но она работает над своей техникой, изучая видео в интернете. Сученко очень серьезно подходит к своему творчеству. Говорит, очень хочет, чтобы люди покупали ее картины не из жалости, а потому что ее полотна действительно чего-то стоят. Кстати, работы местной художницы находятся в частных коллекциях многих известных людей. В их числе, например, фигуристы Оксана Домнина, Роман Костомаров, Повел Асванагас и Маргарита Дробязко. А все средства от продажи картин Маргарит Кульян направляет на помощь животным.